нас в студии Дмитрий Трофимов, специалист по уголовному праву, адвокат. Он работает с адвокатской конторой The Law House, которая специализируется на уголовных процессах. Находится она в Нью-Маркете, там же, где чаще всего и проходят эти процессы, там находится суд. А если вы захотите связаться с ним для консультации, можно позвонить в офис по телефону 905-895-4404 или в любое время по мобильному телефону 647-928-8989. И сегодня мы бы хотели поговорить с очень распространенной проблемой, которая встречается. Это обвинение в вождении транспортных средств, как автомобилей, так и лодок, что распространяется на это, не все это знают, любых моторизированных транспортных средств под влиянием алкоголя. Вот очень бы хотелось бы узнать, какие сейчас вы могли бы дать нам... Да, здравствуйте. Сегодня мы, да, я расскажу вам про то, что такое drinking driving или вождение в пьяном виде. Сначала хотел бы сказать, что, во-первых, не водите в пьяном виде. Вам это стоит очень дорого. Даже если вы сможете решить все в суде, счет будет достаточно большой, поэтому, пожалуйста, не водите ни в коем случае, если вы выпили. Есть три непосредственно статьи. Первая статья – это если вы пьяны и ведете себя пьяно, это называется impaired, когда вы под влиянием алкоголя находитесь. А вторая статья, под которую вас могут привлечь, это если в вашей крови больше 80 мл алкоголя на 100, или 80 мг алкоголя на 100 мл крови. В данном случае вы можете не чувствовать себя пьяным, вы можете чувствовать себя хорошо. Очень много наших клиентов, особенно после Нового года, попадаются на этом, потому что они думают, что на утро они уже чувствуют себя хорошо и все выветрилось. А в действительности концентрация алкоголя до сих пор зашкаливает за нелегальный лимит. В данном случае вам придется пройти тест на алкоголь, где вы будете дуть в трубочку. И третья статья, по которой вас могут привлечь, это отказ в прохождении данного теста. В данном случае ни в коем случае нельзя отказываться проходить никакой тест, который предлагает полиция. Всегда нужно дуть в трубочку. Мне кто-то говорил из наших алкоголиков знакомых, что они умеют так дуть, что... Да, это один из мифов. Это миф, которые, да, все очень распространяются. Очень часто я встречался с людьми, которые делали такой трюк. Они выпивали бутылку водки прямо в момент остановки полиции. И, соответственно, тогда говорили, ну как же вы можете теперь мерить какое-то мое дыхание, если я только что выпил? Я же когда ехал, был трезв. К сожалению, это не так работает. Машина, которая проводит тест над вашим дыханием, над вашей концентрацией алкоголя, она реагирует на данное, на ваше дыхание, и она определяет, когда и сколько алкоголя в крови было употреблено. Поэтому нельзя, к сожалению, в данном случае обмануть машину, просто выпив алкоголь прямо перед самим... Ну а когда вот как-то дуют и не дуют, такого не бывает? А в данном случае это будет защита как за отказ. Если вы не смогли дуть по какой-то причине, может быть, вы пьяны в таком, или вы бойкотируете данный процесс. Ну, то есть это все глупости. Это все глупости, ни в коем случае нельзя отказываться. Угу. Есть различные детали. У нас были клиенты, когда они болели астмой, или они попали в аварию, у них была травма грудной клетки, они не могли физически дуть. В данном случае нужно обязательно обратиться к адвокату, чтобы данное обвинение снять с человека. Но в данном случае нужно работать, нужно будет показать все материалы медицинские и доказать, что при данном при данном состоянии дуть невозможно. Угу. Нужно помнить, что в данном случае, если вас привлекли к данной ответственности, к сожалению, а если вы согласитесь на то, что признать себя виновным, ничего хорошего не выйдет, потому что у данной статьи есть минимальные наказания. Минимальное наказание – это 1000 штрафа плюс… Минимальное обязательное. Обязательное наказание. Вам меньше никто никогда не даст. Даже если хотят вам дать, если вам даже посочувствуют,
это будет незаконно, и апелляция, прокурор выиграет апелляцию моментально. Это 1000 штрафа и 1 год лишения прав, после которого вы должны еще 1 год ездить уже с трубочкой в своей машине. Нужно помнить, что есть различные варианты решения данной проблемы. Если вы признаете себя виновным в течение первых 90 дней после того, как вас привлекли к ответственности и арестовали, вы будете, вам разрешат закончить программу, которая вам позволит не ездить всего 3 месяца, и после 3 месяцев в течение полугода или больше вам нужно будет ездить с трубочкой в машине. В данном случае государство подталкивает людей на то, чтобы они принимали решение принять на себя данную ответственность. Ну а вот вы говорите, но это неоспоримое доказательство, если есть уже показатель датчика или... Нет, конечно же нет. Любое доказательство, представленное полицией в прокуратуру, а прокурором уже перед судьей, они должны пройти очень серьезный тест. По-английски он называется «beyond the reasonable doubt». Или, если так на русский язык переводить, то доказательства должны показать, что вы виновны 98% из 100. То есть сомнений должно быть всего 2%. И только в данном случае судья вас уже обвинит и признает виновным. Соответственно, так как есть минимальные наказания, никакой... У людей нет желания решать данную проблему быстро. Потому что как бы они, даже если вы запротивитесь и пойдете в суд и будете доказывать свою невиновность, и даже если вы проиграете, вы получите те же самые минимальные наказания. Соответственно, очень много людей дерутся за свои права в данном случае. Более того, у вас заберут машину на год. Соответственно, многие люди зависят от автомобиля. А разве до того, как их наказали, они имеют право ездить? Да, сначала, когда человека арестуют, у вас заберут машину на 7 дней физически, ее поставят на штрафплощадку. А ваши права заберут на 90 дней, и 90 дней вы не можете ездить вообще. А через 90? А через 90 дней вам их отдадут. В любом случае. В любом случае, и вы будете ездить спокойно до решения дела в суде. И потом, опять же, могут их забрать обратно. Но если вы выиграете, никто вам компенсации за эти 90 дней и за машину на штрафплощадке возвращать не будет. Опять же, нужно напомнить, что штрафплощадка будет стоить порядка $600-700 только за то, что там машина поставлена. А если с вами находится не пьяный, он может увезти ведь машину? Нет, физически он может, но это является именно... Наказание. Именно наказание, именно в статье прописано, что неважно. Даже если будет это арендованная машина или машина с вашей работы, ее также заберут, и вы будете уже сами разбираться со своим работодателем или с арендованной конторой, чтобы им заплатить за то, что вы задержали машину. Машина забирается. Есть исключения, но опять же это исключения, подтверждающие правила. Вот. Так что, опять же, главное ни в коем случае не отказываться дуть в трубочку, всегда следовать инструкциям, молчать, не надо сообщать никакую информацию, кроме вашего имени, адреса и дня рождения. На вопрос, пили ли вы? Ни в коем случае отвечать на этот вопрос нельзя. Нельзя. Нужно сказать, что у вас очень страшный адвокат, который вам сделает потом очень плохо, если вы что-то скажете. Всегда обвиняйте своего адвоката в том, что вы не можете говорить с полицией. Потому что это первый вопрос, который задают. Обязательно вас спросят этот вопрос, и обязательно нельзя на него отвечать. Потому что это один из самых главных вопросов, который потом будет решающим в вашем деле. Очень полезно. Вам должны также предоставить право на адвоката, и вам должны об этом сказать. И не просто право на адвоката бесплатного, а именно на право вашего адвоката. И вы можете настаивать на то, чтобы вам предоставили именно вашего адвоката по вашему выбору. И полиция не может просто сказать, что мы не знаем такого адвоката. Они должны пойти в свою систему и найти этого адвоката, потому что все адвокаты находятся в одной базе данных, и они доступны, а их данные доступны для полиции. Позвольте, Дмитрий, вот давайте попугаем наших слушателей. Вот ситуация, допустим, бывает, что человек вышел на хайвей, его сбили. И тот, кто его сбил, его не признают, не считают виновным. Потому что было темно, человек выскочил на хайвей, и буквально даже ему могут не дать charges. Но если окажется, что у него был алкоголь... В данном случае очень специфическая
несчастных случаев. В данном случае, конечно, нужно нанимать адвоката, потому что разобраться в этой системе, в этой ситуации будет непросто. Нужно будет доказать очень много факторов. Нужно будет доказать тот фактор, что алкоголь не имел никакого влияния на движение человека в автомобиле. Это очень сложно. Это будет очень сложно. Нужно будет эксперты, которые будут подтверждать. Именно... Но если человек был трезв, то очень вероятно, что его не обвинят, потому что... Да, это... если брать за пример ваш пример, то да, его вряд ли обвинят, потому что он не мог предотвратить, не мог ожидать такую ситуацию, абсолютно верно. Но опять же, в данном случае подключаются эксперты, которые могут сказать... И с другой стороны, вот насколько наказание суровее за причинение ущерба здоровью и причинение смерти, если под алкоголем, под действием алкоголя и без действия. Нужно помнить, что, конечно, это будет отягчающим обстоятельством. Еще одну важную вещь нужно помнить про пьяное вождение, что при повторном или при втройном попадании на данное преступление, когда человека обвинят второй, третий раз, ему грозит тюрьма. Даже если вы никого не сбили, даже если никто не пострадал. Просто тот факт, что в вашей крови был алкоголь выше уровня второй раз, вам грозит 30 дней тюрьмы. Третий раз вам грозит 120 дней тюрьмы. И также лишение прав будет повышаться. Первый раз это 1 год, второй раз это 3 года, и третий раз... Но вы знаете, Дмитрий, это очень распространенное явление. Вот вечером в пятницу в Нью-Йорке страшно ездить. Либо обкуренные все, либо пьяные. Да, ну про обкуренных, я думаю, мы проведем отдельную передачу про влияние марихуаны и ее. И вы знаете, поскольку я общаюсь с людьми, они говорят, а я, говорит, пьяный вожу лучше, чем ты трезвый. Это он мне говорит, понимаете? Да, ну, к сожалению, да, мифы и вера в собственную неуязвимость. Давайте еще скажем насчет открытого алкоголя в машине. А он запрещен? Это не уголовное преступление, но это... А если на заднем сиденье сидит жена и пьет из бутылки пива? Ей дадут штраф. Нельзя этого? Нельзя, к сожалению. А если машина стоит на стоянке с выключенным двигателем? Тоже могут привлечь. У нас были клиенты, которые делали ремонт над автомобилем собственным на стоянке, и так как они были пьяны, им вкатали пьяное вождение, потому что это не сам факт вождения, а возможность управления автомобилем. Машина была заведена, ключи были вставлены, ручник был снят, и человек был в полном состоянии и в полной возможности управления. Значит, он виновен. Ну а насчет возить пьяных мы можем сколько угодно. Да, возить, конечно. Если вы все-таки приняли решение поехать куда-то и там выпить, попробуйте организовать хотя бы одного из ваших друзей, трезвый водитель, который вас всех развезет, поверьте мне. И вам будет легче и спокойнее, потому что это не только потраченное время, но также и страховка будет подниматься, если вдруг что-то случится. И автомобиль у вас заберут на 7 дней, и потом ездить не сможете будет. Может быть, работу. У нас очень много людей работу потеряли. Поэтому будьте, пожалуйста, осторожны. Ни в коем случае не водите пьяным. Если уж приняли решение выпить, ездите на такси или на Uber. Благо, это сейчас доступно. Ну и обязательно обращаться к адвокату, если... Если что-то случилось, обязательно звонить, ни в коем случае не сообщать никаких деталей о происшествии. Все, что вы должны сказать полиции, это ваше имя, ваш адрес и ваша дата рождения. И все это написано на ваших driver license, на ваших правах. Большое вам спасибо. Спасибо. Еще раз хочу повторить, что если у кого-то будет проблема с вождением в нетрезвом виде, а у нас в общине это очень распространенное явление, звоните, пожалуйста, адвокату Дмитрию Трофимову по номеру 905-895-4404 в его офис или на мобильный телефон 647-928-8989. Спасибо. Спасибо.